Вітаю, глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я ведучий Юліан Аксьонов. І сьогодні до наш гості завітав Сергій Якубовський, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Ми вже можемо казати, що три перші місяці цього року вже минули позаду. Перші, так би мовити, підсумки економічні. Давайте підведемо. Чуємо цифру падіння ВВП на 4%. І ще кажуть, що це пік, він пройдений, тобто будемо зростати. Ви згодні з цим чи ні? Я думаю, що согласно статистиці ситуація буде улучшатися. І ті складності, які виникли на 1 марта, то, що Одеса попала в красну зону, ну і 10 або 11 регіонів, вони не скажуться на существенного ВВП. І я думаю, что формально будет приблизительно там 4% роста, как спад, который был в прошлом году. Ваши коллеги, эксперты, в том числе из західного світу, кажуть, що є надія відкладеного попиту, на нього розраховують мешканці Японії, США, Франції, Німеччини, здається, накопичили за час локдауну збереження десь 2 трильйони доларів. Скажіть, в Україні таке буде спостерігатись, коли люди не виїжджали, не витрачували свої гроші на придбання якихось коштовностей, машин, подорожей? Буде такий ефект в Україні? Ну, дело в том, что уровень благосостояния в среднем украинцев вырос за 2020 год. Есть, конечно, несколько сфер экономики. Это туризм, это транспортные перевозки, это ресторанный бизнес. Это определенные сегменты малого и среднего бизнеса, которые действительно пострадали достаточно сильно. Но в среднем, я могу назвать цифру, было выкуплено 5,5 миллиардов долларов из банковской системы. То есть это где-то 100-150 миллиардов гривен оказались лишними, и их потратили бизнесмены на покупку долларов. То есть год был очень удачный для представителей многих видов бизнеса. Тоже великое строительство Зеленского, это 130 миллиардов, который получил бизнес. Да, только 5 миллиардов потратили на зарплату работникам, а 125 получили хозяева компании. То есть, можно сказать, достаточно хороший год для украинских экспортеров. Несмотря на локдаун, экспорт практически не снизился, а в целом торговый баланс значительно улучшился. Поэтому многие сферы экономики выиграли. Плюс, понимаете, что произошло за 2020 год? Очень много было напечатано долларов и евро. Там 3 триллиона долларов, 2 триллиона евро. И часть денег поступила в Украину. Поэтому сейчас у правительства нет никаких проблем с финансированием дефицита государственного долга. Правительство делает вид, что вот, хотят общаться с МВФ, но МВФ сейчас Украине не нужен только для имиджа. Потому что денег в мире очень много. И доходность государственных облигаций украинских, она выше, чем там, в странах Центральной и Восточной Европы. Поэтому есть нерезиденты, которые вкладывают деньги в украинский долг. Поэтому за счет вот этого притока денег правительство смогло увеличить дефицит бюджета. На начало 2020 года планировалось 100 миллиардов, а вышло 230 миллиардов. То есть у правительства появилось 230 миллиардов сверхдоходов, которые они потратили, в общем-то, ну, я думаю, что процентов 60 на нужды бизнеса, который связан с правительством, с олигархами. И то же самое будет в 2021 году. То есть бизнес получит большие деньги. Опять-таки, это не малый бизнес. Малый, вот, наверное, получит еще по 8 тысяч гривен, что ситуацию не поменяет, а крупный получит миллиарды. И как раз эти деньги будут формировать спрос, и уже цены на квартиры за 2020 год выросли. Ну, по-моему, там огромная очередь на дорогие автомобили. То есть украинский, там, средний, крупный бизнес, ну, кроме туристического и связанного с транспортировками, он выиграл, и денег будет идти еще больше. Ну, не меньше, чем в 2020 году. Поэтому спрос будет, но, как вы правильно сказали, яхты, дорогие автомобили, учитывая, что нынешний президент просто не замечает того, что происходит в сфере крупного бизнеса. Очень хорошо бизнес поднялся в энергетической сфере. Если вы помните, у нас даже по Одессе была цена там 9-9,5 гривен за газ, в то время как тот же газ стоил
3-4 месяца назад, там 4,5 гривни. То есть на разнице цен. А это огромные деньги. Ви спрацювали на опередження, бо моє наступне питання було те, що 1 березня Fitch підтвердив рейтинг України Б стабільний. Тепер ми розуміємо, чому. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте дії Національного банку на міжбанківському ринку і як вони спрацювали на збереження курсу долара? І не тільки долара, іноземних валют. Ну, дело в том, что Национальный банк в 2020 году он поддерживал курс доллара, то есть не гривни. Если бы Национальный банк не вмешивался, не выкупал излишки долларов, то курс был бы там, наверное, там 23-24 гривны за доллар. Потому что ну, очень много валюты заходит в страну. Ну, мы уже говорили про государственные облигации. За счет того, что там, средний и крупный, представители среднего и крупного бизнеса не могли, ну, большая часть, путешествовать по миру, поэтому где-то около 3-4 миллиардов долларов сэкономил платежный баланс на туристических услугах. И опять же, поэтому Национальный банк, он, в общем-то, ничего не делал, только выкупал немного долларов и евро. А так ситуация была достаточно стабильна, кроме там всплесков, когда вот ввели локдаун год назад. Ну, было давление на валютный курс, но в целом ситуация достаточно стабильная. Якщо робити прогнози, це річ така, як то кажуть. Але якщо робити прогнози по курсу долара, найбільш популярну іноземну валюту в Україні, до початку туристичного сезону, коли його буде більше, чи є надія, що він буде більш-менш стабільним? 27,70, 27,50, ну, я думаю, що 28 – це той курс, який може зберігатися в Україні там, ближайші кілька років, тому що я не думаю, що в мировій економіці ситуація поміняється. Байден став президентом, практично одразу ж напечатали майже 2 трильйона доларів Федеральної резервної системи США. Ці гроші, якась частина поступить в тому числі в Україну. То же саме і в Єврозоні, тяжелейший кризис долговий. Та же Италия, Греция, поэтому будут печатать евро, и поэтому часть денег будет идти в Украину. Поэтому с точки зрения финансовой стабильности и ситуации на внешних рынках, для Украины ситуация будет нормальной. Цена на продовольствие будет расти, на металлы. Но есть другая проблема. Это, в общем-то, конфронтационная политика Зеленского. И есть большая вероятность обострения ситуации на Донбассе. Если, не дай бог, повторится 2014 год, новая фаза вооруженного конфликта, то это может обрушить и курс гривни, и все остальное. То есть дай бог, чтобы не было продолжения той войны, которая вот начала 2014 год. Потому что пока вот риторика президента сводится к тому, что мы вполне возможно будем воевать и дальше, что неприемлемо, потому что ну, сейчас такая ситуация. Извлекается инвесторов? Не, ну вот если будет обострение военной ситуации на Донбассе, реальное обострение, то, конечно, многие инвесторы, даже имея там свободные деньги в долларах, в евро, они увидят, да, возможно, продолжение конфликта еще более серьезное, чем было, и тогда, конечно, начнут выводить деньги из государственных облигаций. Это достаточно ликвидный актив, резко упадет их цена, возрастет резко стоимость заимствований, и тогда может быть резкая девальвация. Если же ситуация на Донбассе будет спокойной, то, в принципе, в ближайшие 3 года, пока не будет новых выборов президента, ну, то есть внешняя среда будет способствовать тому, чтобы курс был стабильный, да, и внутри все довольны. Президент, конечно, ругается на олигархов, но пальцем никого не трогает, поэтому каких-то таких сил против Зеленского внутренних нет. А як можуть відреагувати, так би мовити, тверді інвестори не у цінні папери, а які володіють підприємствами на Україні і ну, десь, мабуть, завод, який збирає металопластикові конструкції десь у пригороді Львову за 1000 кілометрів від Донбасу? Це теж злякає їх? Ні, якщо буде обострення воєнної ситуації, то інвестори просто, розумієте, ведь тогда резко изменятся расходы бюджета. Нужно будет ну, что-то делать с армией. Да? Пока вроде как у нас армия есть, но что там происходит, какие траты, насколько они эффективны. Ну, пока нет военных действий, мы не знаем вообще, что там происходит. Хотя разные есть слухи, но это опять-таки слухи. То есть резко увеличатся расходы, незапланированные расходы, эмиссия гривни. Ну и самое главное, что не будет того притока валюты в страну,
которые есть сейчас. Поэтому инвесторы, даже если у них инвестиции там, не в ценные бумаги, у них все равно есть счета, валютные счета, есть гривневые счета. Они постараются побыстрее обменять гривню на доллары, опасаясь девальвации. То есть если начнется паника, то она затронет весь бизнес. Малый и средний бизнес тоже быстро начнут покупать валюту. Поэтому да, если начнется паника, то она будет очень быстро и будет резкая девальвация. Ви казали про облігації, давайте більш детально ринок облігацій. Ми бачили, як НБУ, держава, як так само, виходить з великими пропозиціями придбання цих цінних паперів, а зараз ми бачимо, як попит цей скорочується. Це вже втрата цікавості інвестора до наших бумаг, чи, як ви кажете, уряд вже розуміє, що забагато грошей їм теж не треба це? Ну, понимаете, сейчас, опять-таки, проблемы привлечения заемных средств нет. Если последние аукционы рассмотреть по продажам государственных облигаций, то там годичные там в районе 10-11% доходность. При Порошенко 2 года назад доходность была 20-22. Мы кажем про гривневи. В гривне. В доллар там где-то 3-3,5%, 4%. А ведь что сделал Национальный банк вместе с коммерческим банком? Ну, во-первых, учетная ставка была 6-6,5. 2 года назад она была в районе 19%, 18-19%. То есть в 3 раза снизилась учетная ставка. Дальше. В связи с тем, что антимонопольного комитета в Украине нет де-факто, де юре он есть, делает вид, что он чем-то занимается, де-факто его нет. Вот мы столкнулись с рынком газа, когда подняли антимонопольный комитет, пока люди не вышли на улицу, вообще никак не реагировал. То же самое в банковской сфере. Банки по договоренности, либо так случайно случилось, но думаю, что по договоренности, снизили ставки по депозитам. Они сейчас крайне-крайне низкие. Там в валюте 0,5% годовых. Або сдешевить кредиты. Да, и в результате получается, что у них очень дешевый ресурс банки. И они могут покупать те же государственные облигации, даже не беря, или беря поставки рефинансирования 6,5% в Национальном банке, а, например, валютные облигации, то за счет депозитов 0,5%, а доходность облигаций 3-3,5%. То есть банкам выгодно при такой низкой депозитной ставке брать деньги у населения, покупать государственные облигации. Они абсолютно ликвидные, их принимает залог Национальный банк. Поэтому проблем с финансированием государственного долга нет. И проблем с финансированием бюджетного дефицита нет. Но есть другая проблема. Очень много денег правительство тратит, и это влияет на цены. И у нас опять-таки наблюдается рост цен не только на коммунальные услуги, но еще на разные категории продуктов питания. Цена на нефть выросла, и поэтому цена на бензин в Украине тоже процентов, я думаю, что на 15-20 там, за последние несколько месяцев тоже выросла. А это влияет на цены на другую продукцию, потому что издержки растут. То есть это избыточная гривневая ликвидность и избыточные расходы правительства приводят к тому, что цены денег много и цены растут. Тим не менш, вчора, за даними Банківської асоціації України, банки знизили прибутковість у 2 рази. З чим це пов'язано, як ви думаєте? Чи це маніпуляція? Ну, я не думаю, що це маніпуляція, але просто, звісно, об'єм операцій в банківській системі, він в умовах локдаунів, він знизився. Да? Тобто, банки имеют процентный доход и операционный доход от своей деятельности по обслуживанию счетов. То есть я думаю, что в этом плане, конечно, объем операций сократился в 2020 году. Поэтому, может быть, по отдельным операциям и вот доходность банковской системы снизилась. Но, конечно, цифра в 2 раза немножко меня поражает. Может быть, просто у них были сверхдоходы, опять же таки, когда была доходность облигаций. База поревняния. Да. То есть они очень много зарабатывали, когда там государственные облигации продавались там, по 20%. Вот мы делали со студентами расчеты.
Если взять там 19-20 год, то доходность облигаций в евро составляла, если пересчитать в евро гривневых, составляла более 30%. То есть просто были сверхдоходы, а сейчас они из-за того, что разница между процентными ставками меньше, она стала меньше. Вони стали нормальными и впали в два раза. Но они стали все равно ненормальные. Все равно у нас банки зарабатывают значительно больше, чем аналогичные структуры в Европейском Союзе. Все равно банки монополисты, и вы знаете, как вот противиться банки, чтобы там ввели какую-то фиксированную комиссию за каждую платежку, потому что здесь каждый банк, он сколько может, столько и зарабатывает. Поэтому доходы все равно выше среднеевропейских, но они стали меньше, и поэтому вот оказалось в два раза тех сверхдоходов, которые были там, в прошлом году. Дуже часто маніпулюють поняттям казначейський рахунок, кажуть, там не залишилось грошей, на завтра там вже багато грошей, люди не розуміють, і зараз з'явилися новина, що уряд дозволив фінансувати касові розриви за рахунок казначейського рахунку. Поясніть, будь ласка, людям, переживати, перейматися чи ні? Ну, я думаю, що совершенно не треба обращати на це увагу, тому що, ну, я так розумію, що речь идет о том, что если там по каким-то там направлениям, там, в каком-то министерстве не хватает там, средств выплатить заработную плату, то можно брать с единого казначейского счета. Это не проблема. Опять же таки, сейчас есть спрос на государственные облигации Украины, поэтому в любой момент Министерство финансов выходит и продает их, и на этом зарабатывает. Поэтому, то есть не зарабатывает, а пополняет бюджет. Поэтому сейчас с финансированием государственных расходов проблем нет. И поэтому вот президент еще один такой популистский шаг сделал. Говорит, вот в красной зоне будем опять выплачивать деньги предпринимателям, там по 8 тысяч. Правда, еще сообщил, что и местные бюджеты должны какую-то часть оплатить. Но тут я не думаю, что будут какие-то выплаты, потому что у местных бюджетов, у них нет такой возможности продавать облигации, как у государства. Поэтому у них все ну, значительная ситуация сложнее. Ну, а государство может опять там 10-15 миллиардов потратить на выплаты предпринимателям, которые там не работали в условиях локдауна в красных зонах. То есть деньги на это есть и найдутся. То есть в бюджете сейчас формально нет, но я уверен, что этот законопроект президента будет поддержан, напечатают облигации, потом их продадут, получат напечатанные гривни и деньги будут. Так что сейчас проблем с финансированием нет. Эти 10-15 миллиардов как-то вплинут суттево на экономичную обстановку? Ну, абсолютно не повлияет, потому что ну, кто действительно нуждается, то они потратят эти деньги там, на оплату коммунальных услуг, на продукты питания, на лекарства. Да, 8 тысяч – это не такая большая сумма. А те, у кого деньги есть, они дополнительно получат еще там, по 8 тысяч. Ну, это опять же, ну, купят на них доллары. Как вот 5,5 миллиарда долларов купили в 2020 году. Питание МВФ. А уже чуються голоси, що нам не треба МВФ, ми можемо самостійно. Інші кажуть, ні, нам цей такий ресурс втрачати не можна. Це дуже корисно для держави, і у часи нестабільності це дуже корисний інструмент підтримки. Як ви вважаєте, чи можемо ми з МВФ, чи не можемо без їх кредитної програми? Ну, во-первых, ми, в принципі, не можемо испортить отношения с МВФ, потому что МВФ – это проамериканская организация, которая находится в Вашингтоне. Вы прекрасно знаете, даже по тем же народным депутатам, если кто-то что-то сказал не то против США, вводятся санкции и все. Да? Потому что подавляющая часть расчетов в мире происходит в долларах. Если Соединенные Штаты вводят санкции, ни один банк не откроет вам счет и так далее. То же самое касательно Украины. Поэтому мы зависим от МВФ, потому что это проамериканская организация. Украина живет за счет внешнего финансирования, поэтому если против нас начнут вводить санкции, то мы не сможем, например, как Россия, да, у них есть нефть, газ, металл, они, несмотря на санкции, могут себя финансировать за счет сырьевого экспорта. У нас такой возможности нет, поэтому мы вынуждены слушать Соединенные Штаты в первую очередь, не только слушать, а просто вот как бы стоять по стойке смирно. Ну, перед там, президентом США, видите, он до сих пор не позвонил нашему президенту. Нас будет ждать столько, сколько нужно, и слова не скажет. Потому что ну, такое состояние, положение дел. Поэтому к МВФ относится с уважением. Сейчас действительно деньги МВФ не нужны.
Но вот вы абсолютно правы, вот если ситуация обострится, да, если начнут уходить инвесторы из Украины, а Украина продолжит такую проамериканскую политику, то тогда МВФ поможет и тогда даст денег, вот если будет плохо. Сейчас же деньги МВФ не нужны, но вот поддерживать взаимоотношения, встречать миссию, прислушиваться, делать вид, что прислушиваются к каких рекомендациям, МВФ это прекрасно понимает. МВФ такая же организация, как организация в Украине, когда говорят, что коррупции нет в мире, только в Украине, это неправда. Не было бы в мире коррупции, в Украине бы не было коррупции, потому что украинские коррупционеры миллиарды долларов вывозят в Европу и в США и прекрасно знают, кто вывозит, но почему-то вот кому-то санкции вводят под шею кому-то, а кого-то на действия кого-то закрывают глаза, те же американцы. Поэтому МВФ все понимает. Они знают, что происходит в Украине. Они поддерживают коррупцию в Украине. Почему? Потому что они видят, у них есть базы данных, они видят, что вот заходит кредит МВФ в страну, да, через какое-то время деньги уходят из страны, да, на какие-то счета непонятные, в Европу, в США. И, ну, они не дураки, не понимают, да, откуда в Украине столько миллиардеров. Да, вот, кто купил эти 5,5 миллиардов долларов наличных, значит, у кого-то есть деньги, да? Хотя большинство людей вот живут достаточно плохо. Поэтому они делают вид, что Украина борется с коррупцией, Украина делает вид, что тоже борется с коррупцией, слушает МВФ. Ну, вот это такие, вот, знаете, как в сказке про голого короля, делают вид, что король не голый. И так будет продолжаться до тех пор, пока Украина будет вот, слушаться Соединенные Штаты, но и при этом зависеть от, бояться любых санкций, потому что тогда Украина просто не может существовать без внешней поддержки. Підсумовував, ви як викладач, яку оцінку можете поставити нашому економічному блоку за ці перші три місяці? За 12-бальну систему? Я поставлю так, що, знаєте, от коли студент не з'явився, тобто, що у нас є економічний блок, що його нет, це не має ніякого значення, вони ні на що не впливають, в принципі. Когда Зеленский стал президентом, действительно, в его окружении были люди, которые попытались начать реформы. Помните, был такой турборежим, и в том числе понимались экономические законы. Да? Теперь практически все новшества, которые были приняты в течение первых полугода, они отменены. То есть у нас система та, которая была при Порошенко и, по большому счету, при Януковиче. Ничего не поменялось. Да? Поэтому в правительстве делают вид, что они что-то чем-то занимаются, о чем-то рассказывают. Да? Ну вот будут выплачивать эти 8 тысяч гривен, напечатают и выплатят. Да? То есть вот-вот, они не влияют ни на что. Да, когда вот были протесты населения по поводу тарифов, президент испугался, позвонил олигархам, сказал, так цены снижать, потому что у меня поддержка падает. И опять же правительство приняло постановление там, о заморозке цен. Но только после протестов населения. Если бы не было протестов, мы бы платили по 12 гривен за газ, поверьте мне. Хорошо, что люди сказали, подождите, на основании чего? У нас локдаун, а такие высокие цены. Вот это играет значение. А правительство, кто бы там ни находился, как бы ни звали этих людей, они все равно только делают вид, что они чем-то занимаются. Реально на экономику они не влияют. Дякую, Сергій, вам за бесіду. Я нагадаю, що в наших гостях був Сергій Якубовський, доктор економічних наук. Мене звати Юліан Аксьонов. Залишайтесь з репортером.